Проиграть тоже будет достаточно хорошим результатом, как кажется, пока. Потому как Сити команда, которая за последние, наверное, несколько уже десятков лет можно назвать. Такая же картина и у Манчестер Сити, потому что мы не понимаем. Это ложная девятка. Опять же, два его товарища, два его коллеги сегодня играют между собой. Но это тоже предмет разговора. Сари и Пеп Гвардиола, его старинный приятель. Они действительно друг друга очень хорошо знают. И этим людьми невероятно интересно наблюдать. И более того, то, что делает Пеп Гвардиола сейчас Сити, и Пеп Гвардиола, конечно, уже показывает, что может довольно гибко вести себя и подстраиваться под соперника. Одно дело, когда ты играешь с позиции силы, об этом с Лапортом и вместе с Джоном Стоунзом. Первая атака Сича, как будет решать проблему Пеп Гвардиола. Это гробовая тишина, чуть-чуть попели в самом начале, ну а теперь становится на свою половину поля. Бернардо Силва очень ловко работает против Эдена Азара. Это фол. Фабиан. Чисто. Стерлинг. Мяч налево. Быстрая атака. Прострел. Под удар Стерлинг. И мяч в его руках. Раким Стерлинг. Сегодняшний именинник. 24 года. Ему стукнуло. Ему нижнюю. Здесь Антонио Рюдигер выбивает. Сильва. Оставляет мяч под контролем Сити. И еще один заход. Морес. Два финта, разбросал. И из-за боковой Челси, Аспилькуэта. Абсолютно, какая потеря. И может быть еще один опасный момент. Мяч штрафной, но не решил. Аута. Морес, еще одна передача. Сане, пауза, ну очень долго. Еще момент. Сане сбрасывает опекуна. И фолит Лерой Сане, спрашивая, почему я. Потому что... Редкая ошибка. Об этом тоже поговорим с развитием сегодняшней игры. Педро. Но пока это при игре без мяча. И при, понятно, что владение Сити на половине поля. Челси фол довольно опасный, потому что штрафная совсем близко. И Маркос Алонсо здесь. А Сити без Фернандиньо. Но тут и штрафной у ворот. Кепа и подача. Не смог дотянуться до мяча. Джон Стоунс. В его адрес был этот пас. Ну, тут, пожалуй, что и все. Аплодисменты. Ну, да. Бернарду Силва, оказывается. Сане. Интересную тактическую партию. Чемпионат Англии. Маурицио Сари против Пепа Гвардиолы. На футболе один мы уже 30 минут наблюдаем. Фиту ворот. Челси и Сане. Пауза. Кепа отбивает мяч. Еще момент. Рюдигер отбивает мяч. Делф далеко находится. Фабиан. И возвращает мяч Фернандиньо к составу Сити. Дерс не в самой лучшей форме, чтобы выставлять на такого топового соперника. Подача на ближнюю. Рикошет. Мяч сквозняком проносится по вратарской Челси. И остается в ногах. Остается на первом месте. Ох, как Стерлинг раскрутился. И передача под удар Сане. Но это уже на гол было сильно похоже. Лерой Сане. И весь в мыле Сесара Аспиликуэта. Особый день для него. 300 матчей за Челси. Недавно контракт продлил. Совсем иначе. Бернардо Силва перехватывает мяч. Давид Луис отправляет его в вал. Маурицио Сарри. Главным игроком в команде является Жоржиньо. Пятый номер. Все те, кто следят за английским чемпионатом, прекрасно знают. Он пришел из Наполи вслед за своим тренером. Но вполне мог оказаться и в Челси. По крайней мере, переговоры. Поход Челси в начале чемпионата, когда команда сметала всех абсолютно и играла против Челси. Очень хорошая разница. Плюс 38 мячей. Это то, что имеет значение в чемпионате Англии. И как раз тут... Это уже Канте почувствовал, где можно найти мяч. Жоржиньо. Тяжелый пас, какой запускает на Эдена Азара. Несвойственный. Пятому номеру. Ну и Азар тут вцепился. Педро, я буду бить. Ушел. Азар. Три игрока перед ним. Под удар. 1-0. Гол! Канте!
Логично, потому как Сити владел преимуществом, Сити играл интерес. 4-я минута и мяч в воротах. Голо Канте сейчас мимо вас решает пробежаться трусцой мимо бразильца. Виллиан нарывается на фол. Ждал, конечно. Как будет вести себя Фернандиньо? И два бразильца заставляют дать свисток Майкла Оливера, а мне представить арбитра. В первом тайме его особо-то не было. Только-только закончил, 36 лет. И полунки-то... Виллиан будет бить. Так и есть. Виллиан! Эдерсон спасает команду. Добивание от Педро. Но мяч летит уже на трибуны. Красиво было. Моя идея заключается в том, что когда-нибудь попробовать схему 2-7-2. Да, сейчас у нас так многие повернуты на этих схемах. 2-7-2. Ну, нападающий — это первый защитник. И галки. Азар внутри штрафной. Куда ведь веселее началось все у Челси. Канте. Рик. Пока тенденция к тому, что атакуют Челси. И к тому, что они ближе к мячу. И вот удар Виллиана. Но он не здорово сделал. Исполнил. Смахнул Давид Луис этот мяч. Морес. Танцует, бьет поворотом снова. С мячом. Стерлинг. Ушел Аспиликуэлинга. Рахим перевод. Но там на дальнем краю вратарской Маркос Алонсо дежурит. И опять Азар. Вот на него так действительно садятся игроки Сити. И здесь, кстати, Азар нарушает правила. Вы знаете, это не в первый раз такое было. Сегодняшний встреч играет красиво. Размашисто заходит в штрафную. Виллиан. Педро бьет. Как и сейчас. Уокер. Удар! И Кепа. Это... А вот уже Азар постарался, но... Да, и наконец фол получил. Уокер с той же позиции теперь уже навешивает на дальний. Не две ничьи в 13 играх на старте чемпионата, но вот в феврале Роман Аркадьевич сказал довольно. Скалари. И вот тот период, который мы сейчас называем сами медовый месяц тренера. Да, Конте работал. И Делф поднимается выше. Стерлинг. И заброс штраф. Быстро он начал атаку. Ну, в общем, как всегда. Росс Баркли. Гюндоган вместо него. Тут уже и по травме замена. Жезус. Пока не меняем интонацию, это уже внутри штрафной, но спиной. Стерлинг. Тут же Аспиликуэта. Стерлинг. Ух, как на индивидуальных качествах влезает. Это Азар. Немногочисленная атака Челси. Ну вот, что нужно было, да. Подставляется под этот фол. Эден Азар. Очень разумная игра. Там никого не было. Подача. 2-0. Давид Луис. 2-0.